Кастинг на участие в проекте «Четыре свадьбы» стартовал в мае. Группа телеканала «РЕН» искала самые интересные пары по всей стране. Своей харизмой и обаянием продюсера и автора проекта покорила и сочинская пара. Эта пара нестандартная. И там, безусловно, есть любовь. Потому что нет нужды у этих людей выбирать себе партнера по каким-то другим критериям. То есть это не по расчету, не по какой-то перспективе. Это просто чувство. Сегодня велась съемка подготовки сочинской пары к свадьбе, и молодожены рассказывали историю своей встречи. Кристине и Максиму предстоит побороться с другими, не менее оригинальными молодоженами. По их словам, главным оружием является то, что они живут в Сочи. Да, замечательный город. Наверное, это самый большой козырь, потому что это все-таки не средняя полоса России, где серо сейчас, скучно, уныло. Это все-таки море. Это, надеюсь, наверное, солнце. Вот, и очень красивые виды. Свадьба будет в советском стиле, с красными флагами, с советской атрибутикой, какими-то ретро фотоаппаратами. Везде все будет расставлено, такая атрибутика, книги. Советских ручек. В общем, должно быть здорово. Пластинки виниловые и так далее и тому подобное. В таком стиле будет украшен зал. Да. Ездить мы будем на 21-й Волге. Одноименное шоу «Four Weddings» уже давно пользуется популярностью в Великобритании, Канаде, США, Франции, Австралии и в Украине. Рождение своей семьи теперь продемонстрируют и российские женихи и невесты. Задача проекта – показать атмосферу и настроение праздника. Для нашей страны это шоу очень необходимо по той простой причине, что оно культивирует в наших сознаниях, в сознаниях нашей молодежи вот те самые принципы института брака, которые были утеряны или забыты, или как-то утрачены в определенный момент жизни. Основная задача этого шоу – показать людям в разных регионах нашей страны, как принято праздновать свадьбы, как перед этим идет подготовка, какие бывают празднования. Участники шоу должны сделать свадьбу оригинальной. Необходим креативный подход к церемонии, дизайну нарядов, сценарию праздника и проведению банкета. Все невесты побывают на свадьбах своих конкуренток и будут оценивать соперниц по этим параметрам. Количество потраченных денег на брачную церемонию учитываться не будет. Премьера проекта «Четыре свадьбы» состоится в новом телесезоне канала «РЕН». За главный приз – романтическое свадебное путешествие – будут бороться по четыре невесты. Программа с участием Кристины и Максима – шестая по счету. Кто в ней победит, покажет шоу. А свою эффектную брачную церемонию наши герои должны продемонстрировать уже завтра. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».